Хорошо, что удалось добиться победы, и, наверное, самое главное, что никто не получил никаких повреждений, поэтому сборы закончены, все прошло по плану. Ну вот, продолжаем готовиться ко второй части чемпионата. Вчера был твой день рождения, вот такой подарок в виде хэт-трика, наверное, мечтал о таком? Честно говоря, нет, не мечтал, но я думал о том, что сегодня было бы неплохо забить, ввиду того, что уже 28, вот первая игра в 28 лет. Ну, хорошо, что удалось забить 3, спасибо ребятам, что играли на меня, вот. Вот на этих сборах ты часто отходишь немножко в глубину и играешь действительно чистым, порой десятым номером. Это установка тренерская или ты сам немножко так вот решил? Ну, на самом деле, просто в этой игре счет позволял, вот, поэтому немного поиграли в свое удовольствие, я в том числе. А в предыдущем матче тоже, когда соперника стало на одного меньше, они выстроились на линии штрафной, там не было практически зоны. Вот хотелось таким образом участвовать в игре, поэтому немного опускался.